Значит, у нас в этом учебном году, в нашем кружке, сегодня последнее занятие. Значит, поэтому мы его разделим на две части. Первую часть мы дадим возможность продемонстрировать свои знания нашим товарищам. Ну вот, по той теме, которая у нас обсуждалась, чтобы она была более свободно усвоена, исходя из принципа студирования. Студировать — это значит не просто прочитать один раз, или один раз пересказать, или один раз сформулировать, а студировать — это значит возвращаться, еще раз обдумывать, еще раз взвешивать, еще раз критически переосмысливать, студировать. Поэтому еще раз вот к этому возвращаемся. А вторая половина нашего занятия с половиной через полчаса будет посвящена, так сказать, дальнейшим нашим перспективам, поскольку у нас будет перерыв в заседаниях кружка, но не будет перерыва в изучении науки логики Гегеля. Наоборот, можно сказать, может быть, наши заседания мешают людям плодотворно читать. Они отвлекают их на чай, на переезды и так далее. Они бы сколько могли уже прочитать, да? Как в метро и читаем. Вот в метро. То есть вот благодаря этому, что удается уйти людей, вытянуть транспорт, это идеальная сфера для того, чтобы изучать науку логики. Особенно в электричке очень хорошо. Я, например, в поезде, когда я езжу вот в мае в Невиномыск, я обычно прочитываю третью часть науки логики. Или учение бытия, или учение сущности, или учение понятий за поездку. Ну, туда еду на поезде 2 дня, обратно 2 дня. И там я еще читаю, как появляется возможность. Так что это очень даже хорошо. И у меня так регулярно обновляется это дело. Так. Кто желает свои знания раскрыть про конечное и бесконечное, свое понимание бесконечного и их соотношение конечного и бесконечного, и, соответственно, понимание реального и идеального, имея в виду, что мы здесь говорим об идеальном в сфере объективного. Вот интересно, что вот эта книга черная, вроде бы, вот черная книга, вот эта. На синий. Идем вам навстречу. Диалектик не может пойти навстречу. Потому что она противостоит белому. В этом смысле она темная, но не черная. Я сказал, что вы выкрутитесь. Вот я думаю, что вы пришли сюда обучаться, как выкручиваться. Подумай, что здесь собрание жуликов готовят их выкручиваться. Выкрутиться могут из любого положения. Вот смотрите, наука логики. Вот это издание солидное, Санкт-Петербург, издательство «Наука», 2005 год. И мы, то, что я вам вот принес, оно только что приобретенное, а тоже 2005 год, это издательство «Наука», то есть на складе, тогда ведь большие были тиражи, издано в достаточно большом количестве, это вот «Наука логики». И она все время поступает, закупят, туда еще его принесут, купят, еще его принесут. То есть это достаточно солидная книга. Вот написано, так как Гегель и собирался издавать. Первая часть — объективная логика. Вторая часть — субъективная логика. Да? Все видят? Открываем. Казалось бы, так должно быть и посередине. Открываем. И что мы видим? А что мы видим? А ничего мы не видим. Нет никакой первой части. И нет никакой второй части. Это пустячок. Вот для товарищей, которые издавали, это пустячок. Объективная логика и субъективная логика. Я поэтому еще вот скажу по поводу этого перехода от субъективной к объективной, от объективной к субъективной логике. Это не такой простой переход. И поэтому делать вид, что это вот так само собой перетекает, можно только если люди, ну, более идеалисты, чем Гегель. Потому что Гегель, будучи идеалистом, строго разделил две части, два раздела – это объективная логика, и один раздел, одна книга – это субъективная логика, учение понятий. А учение о бытии и учение о сущности – это объективная логика. И начинает он с бытия, начинает с бытия, потом проникает в это бытие, снятое бытие – это сущность, все это исследует, это все объективная логика, он сам и пишет. А объективная логика – это то, что не зависит, по крайней мере, от индивидуального сознания. По крайней мере, он тут противостоит всякому субъективизму. Всякому субъективизму. Вот можно его обвинить в том, что у него там идея существует абсолютная, но она уже, так сказать, такая крупная, эта идея, и такая большая, что она уже переходит в свою противоположность. Потому что, чтобы ее понять, надо начать с чего? бытия. И поэтому это никак вот, так сказать, не мешает истолкованию вполне материалистическому. А как материализм берет, сначала изучает бытие, наконец бытие в ходе преобразований природных, а потом и общественных, превращается в общественное бытие, и на основе общественного бытия возникает общественное сознание, правильно? И общественное сознание потом постигает это самое бытие. Поэтому никакого такого глобального переворота, в смысле изложения, тут не происходит. В смысле понимания происходит. Если, скажем, люди, идеалисты читают слово «бытие» как «бытие идеи», то материалисты читают это же самое слово как «бытие» материи, как самое ее простое выражение, и все. Вот, так что вот, это удивительно, но серьезное такое издание, огромные предисловия, так сказать, длинное такое. Я вот его в этот раз перечитал, предисловие, это вот Линьков. Это вот человек, который изучал философию и логику очень хорошо, и преподавал Казенову, Александру Сергеевичу, на философском факультете, который вот участвовал в издании, большую-большую статью. Но вся статья вот говорит о том, что он нигде и никогда не использовал науку логики для того, чтобы ее как метод, с помощью которого можно было какую-то общественную проблему решить. И кончил тем, что он куда-то уехал в деревню и там живет. И там он никакие проблемы не решил. То есть, а стакан, из которого не пьют, говорит Гегель, не стакан. А что это? Это сосуд. Сосуд, у него вот есть края, есть диаметр определенный. Вот сосуд. А можно сказать, и не сосуд. А можно сказать, что это вот объемная фигура и все. Потому что если вы его никак не применяете, то он даже и не сосуд. Сосуд вообще предполагает, что его как используют, что-то наливать или что-то помещать, у него наполнять хотя бы крошкой какой-нибудь, правда? Чтобы делать, что-то кладут. Может, монеты складывают на случай наводнения, чтобы не уплыл банк. Сосуд, чтобы не уплыл. Для тяжести. Так, ну так вот, кто желает рассказать нам про единство конечного и бесконечного? Павел Борисович в прошлый раз сказал, что дайте мне подготовиться до следующего раза. Я правильно понял? Пожалуйста. Я не подготовился. Не, ну от вас. Вообще это вот не диалектично, Павел Борисович. Вот я бы на вашем месте, с учетом того, что мы уже тут не один месяц занимаемся, всякое отрицание превратил бы в утверждение. Как вот то же самое сказать так, чтобы это выглядело очень позитивно? Подготовился не вполне. Вот, видите, человек. Ну, я примерно считал. Чем отличается? То есть, я, например, вот когда начинаю студентам излагать философию, но мне нужно как-то показать, что это вообще что-то полезное такое. Ну, чего полезное может быть? Какая польза от философии? Им нужна какую-то реальную, сейчас вот, семиминутную пользу. Они знают, что вы когда-то будете там умные и что-то там сделаете великое. Я говорю, вот зачет вам гарантирован. Как надо сдавать зачет? Вот вы ничего не знаете, пришли ко мне сдавать зачет. Как при этом получить зачет? Гарантированно. Очень просто. Я вас спрашиваю вот про то, что вы ничего не знаете. Вот что вы можете об этом сказать? А вы так вот должны только очень солидно, так и серьезно сказать, я знаю, что оно есть. То есть бытие – это важная категория. Вот вы изучали категорию бытия, Павел Борисович? Не отказывайтесь, что вы... Но вы изучали категорию бытия, изучали. Да. Поэтому вы про все, что я спрошу, всегда можете сказать, я про это знаю, что оно есть. И это у вас не отнять. Уж это-то вы изучили. Поэтому как вот изучив категорию бытия, вы себя ставите в такое незащищенное положение, тогда как некоторые другие, так сказать, раз они тут себя знатоками выставляют и слывут. То есть название, слова возникли не просто. Да, так вот это не случайно возникли. То есть это, но это, если некоторые думают, что это малое знание, так вот существенно, что Павел Борисович есть или его нет. Как вы думаете, для семьи, или товарищей, это очень существенно. Не надо поэтому так смеяться по поводу того, что я какой-то пустячок вам предлагаю. Но это важно, что это есть. Или этого нет. Или у вас деньги есть на прокорм, или нет этих денег. Или дом у вас есть, или дома нет. Если дома нет, то вы бомж. Поэтому, так сказать, ухмыляться по поводу того, что я скажу, а что вы там говорите про какое-то бытие. Так это бытие, это вообще самое главное, с ним все начинается. Если нет бытия, ну и не о чем и разговаривать. А тут бытие есть. Тогда, естественно, экзаменатор, то есть я, спрашиваю, а еще что вы можете сказать про это? А мне студент, вот я как говорю, как вы должны отвечать? А вы должны сказать, а мы договаривались, Михаил Васильевич, один вопрос. Это же, во-первых, это опрос, а не допрос. А во-вторых, это зачет, а не экзамен. Вот на экзамене там два, может быть, вопроса. Или три. А на зачете-то один, и один вы уже ответили, и блестяще. Я вам ставлю зачет, и некуда мне деваться. Так, я думаю, что вот, ну, какая-то тренировка в этом смысле тоже должна быть. Вот нельзя это наше, нельзя себя ставить в положение вот просто ничто. Ну да, а что когда, а кто у нас вот все знает, вот, Павел Борисович, вы можете назвать ученого, который все знает? Хотите в вашей области, хотите в моей области. Вот, вот я, например, химию не знаю. Я, вся моя химия исчерпывается дипломом второй степени городской олимпиады. Но после этого я ничего про химию, и еще большим ожогом тут от сгоревшего натрия на ноге. Так сказать, вот этим, так сказать, теория и практика заканчивается. А неужели я сейчас что-то могу сказать, там, серьезное, путное? В отношении химии или, скажем, физика. Ну, как современную физику, там одни формулы вообще, там одна математика. Причем та математика, которую просто люди, изучавшие математику, не знают. Или знают, так сказать, неприменительно к этому. То есть я хочу сказать, это общая картина. Нет таких людей, которые все знают. Поэтому раз мы все находимся в таком положении, значит, мы должны, соответственно, отвечать, что мы находимся на вот, ну, в продвижении у нас есть. Ну, до какой-то степени. Правильно? Уж, по крайней мере, знать, что конечное есть, то уж вы знаете, Павел Борисович. Конечное есть? А чего вы говорили, что не знаете? Хотели, так сказать, да чего вы прибедняете? А? Я ничего не знаю про единство бесконечности и конечного. О, вы даже знаете про единство конечного и бесконечного. Я знаю, что оно есть, а что другое сказать не знаю. А это мало, что ли, что оно есть? Некоторые думают, что есть конечные. Вот об этом сколько Гегель там написал, и критикует именно тех, которые берут упорно, хоть им толдычишь постоянно, что конечное, оно только и есть в единстве. Конечное, ему, вот, мы в прошлый раз на этом сделали акцент, что конечное – это то, что идет к своему концу, то есть оно само. И если оно переходит к другому конечному, это значит не получилось у вас этого конца. Логически это получается нелогично. Что конечное, и вдруг опять конечное. Конечное и конец этому конечному. Это отрицание. Оно вот это отрицание развивалось, развивалось, и наконец оно доразвилось до конечного, которому ни другой дороги, кроме как к отрицанию самого этого конечного, нет. Но отрицание конечного – это еще не бесконечное. Почему? А потому что оно отрицание. А надо это отрицание теперь взять уже не как это первое отрицание, а как двойное отрицание. Потому что вот это первое отрицание, которое было в виде небытия, в наличном бытии, это вы знаете. Знаете? Знаете. Потом оно было в виде такого, уже первая попытка была, это, значит, его отдельно выделить, это небытие, как принятое бытие, так что конкретная целая форма бытия, это определенность. Потом вы, первая попытка у вас уже была, уже было один раз, и это небытие превратилось в бытие. В какой категории? В категории качества. Качество – это. Качество – это когда вы берете эту определенность, изолированную саму по себе. Как только вы ее взяли для рассмотрения, она же есть на рассмотрении, она у вас на столе, она перед вами, значит, она что? Не бытие или бытие? Бытие. Бытие. То есть, смотрите, вот тогда еще не учение о сущности, которое мы будем еще изучать, а уже здесь определенность, которую отрицание выступает как некое положительное. А вот тут мы добрались когда? Потом посмотрите, вот это дальше. Дальше это качество выступает как определение, еще укрепляется качество. Определение это качество, которое есть в себе, а в себе это еще равно самому себе, прямо вообще положительное есть предположительное. И вот оно, значит, доходит, это все до границы, это все дальнейшее развитие этого отрицания. Вот Гегель как раз об этом пишет. То есть он как бы вот теперь собирает урожай и подводит итоги. И, наконец, оно доразвивалось до того, что оно все пошло наверх, уже пошло к бытию. Но бытие-то от него ушло, в том смысле, что оно-то превратилось в конечное, вот это отрицание в конечное. А А вот отрицание этого конечного, бесконечного, которое мы сначала говорили, это же второе отрицание. А если это второе отрицание, значит оно положительное. Но положительное мы не можем же повторить качество. Почему? Потому что качество было. Что же мы будем? Топтаться на одном месте. То есть такое положительное, которое является отрицанием конечного, как называется? Бесконечное. Поэтому вот оно единство, вот то, что вы сказали. Нет, чтобы сказать, я знаю, вот единство, конечно, бесконечное, а в чем оно состоит, вам не скажу. Потому что я вам скажу, вы потом будете повторять и пользоваться. Так всегда бывает, потому что одни открывают, а другие потом все время... Значит. Знаете про 5 стадий, что всякое большое дело проходит 5 стадий? Шумиха, неразбериха, поиски виновных, наказание невиновных, награждение непричастных. И награждение всех, кто к этому делу не имел никакого отношения. Вот я чувствую, Павел Борисович боится упустить мысль, чтобы мы ее не украли у него и начали ее растаскивать и выдавать за свою. Вот. То есть я хочу сказать, что вот этот настрой должен быть, он настрой не такой, что вот чисто моральный, там, душевный должен быть на позитив, а просто он по смыслу. Тут второе отрицание. Бесконечное, надо осознать бесконечное как позитивное. А как позитивное оно не качество, а как бесконечное взято как позитивное, как утвердительное. Как называется, Павел Борисович? Реально. Ну вот. А вот человек специально вот говорил, что он не знает, видите. А вот спроси его, он знает. А, следовательно, если это реально, это то, что ему противостоит, но для этого есть русский язык или любой другой язык, что противостоит реальному. Идеальное. Но только идеальное не противостоит же, в смысле, тут же объективная логика. Хоть тут ее и так вот не сделали, как положено. Написали на одной страничке для красоты, а потом не разбили. Это вещи просто со старой книги переписали. С какой старой книги? Это же вот это... Это издание серых. Типа оформление вот такое. Нет, ну хорошо бы оформление. Но есть такие глупые, как я, которые, если видят 2 части, ожидают потом найти и 1-ю, и 2-ю часть. Ну, а что делать? Ну, зато прочитай. Ну, значит, не дуракоустойчивая эта книга, издание, а должно быть дуракоустойчивое, чтобы каждый дурак мог понять, где объективная логика, где субъективная. Я, например, не могу понять из этого. Это очень важный научный принцип, дуракоустойчивость. У нас вот профессор Рященко специально говорил на экономическом факультете, что это такой принцип, без которого вообще в науке шагать нельзя. Например, вы делаете анкету, значит, там семейное положение, женат, холост. Если вы не напишете, вот женат, холост, не нужно вычеркнуть, а просто напишите семейное положение, вам напишут тяжелое, долго будут объяснять почему. Или, говорит, вы делаете лифт. Ну, считайте, там 3 человека по 90 килограмм, там 3×9 = 27, 270 килограмм, 30 накидываете, 300 килограмм. Но вы-то не учли, что в этот лифт дурак ведет тяжелый мотоцикл. Поэтому принцип дуракоустойчивости должен вот защиту от дурака предусмотреть. Вот вы в Мариинском театре не обратили внимания, вот там есть бортик такой, где балкон. Из бортика очень хорошо, если бы упал оттуда какой-нибудь бинокль, который там вот здесь, точно вам в голову. Так вот там вот от дураков, еще вот рядом за этим бортиком, еще сеточка есть такая, это защита от дурака. Потому что там люди с опытом это все делали и с пониманием, как надо делать. Потому что без дураков не проживешь. Но, а с дураками можно и голову потерять, потому что на голову свалится что-нибудь тяжелое. Так, возвращаемся. Смотрите, что мы обнаружили? Что мы вернулись, то есть мы вот наблюдаем, собственно говоря, процесс развития этого отрицания. Вот здесь мы подводим. Раньше бесполезно было об этом говорить, потому что люди у нас, как говорят, кто немножко поизучает науку логики, говорят, как это применять? Я всегда вот затрудняюсь в этом смысле с ответом на этот вопрос, потому что, чтобы применять что-нибудь, ну, нужно, ну, какой-то путь пройти, чтобы можно было иметь что применять. Даже если я делаю лопату. Тут метод, правда, диалектический. Ну, лопата. Лопата – это, значит, черенок. Раз, деревянный. Это металлическая часть, собственно, лопата. 2. И гвоздик или шурупчик, который надо закрутить, чтобы не соскочило. И вот я, значит, только-только сделал этот черенок. Меня сразу спрашивают, что можно, вот, как это применить? Ну, как можно применить? Вот тем, кто задает такие вопросы, от них отбиваться. Как можно его применить еще? Нельзя ничего этим выкопать. Поэтому вот люди не изучили и хотят уже сразу применять. То есть, как с одной стороны, говорят, о, это очень трудно, это очень тяжело. Говорит, ну вот если я прочитал одну страницу, как мне ее применить? Ну как, возьмите я вот этот том по голове стукните. Можно применить, можно. Потом утюг можно ставить сюда, знаете, от возвышения. Еще что-нибудь. Мало для чего. Хорошая вещь. Гербарий. Для гербариев очень хорошо. Да. Нет, для гербариев надо другие книги. Есть такие книги, которые очень хороши для гербариев. Там, где написано, что вот науку логики надо не так изучать, вот, совсем по-другому и так далее. Есть такие книги, есть там «Наука логики за 2 часа». Диалектика, там. Диалектика для юноша стоит. Да, да. Вот есть такая. А есть, кстати, что? А? Ну, вот, но Гегель-то не подменял, не говорил, что они будут знать. Они, говорит, привыкать будут к этим категориям. Школьники, гимназисты. Если был читать философскую пропедежку, там все понятно. Там никаких этих долгих рассуждений нету. Там все категории, все эти представлены. И чуть длиннее, чем оглавление. В оглавлении тоже ведь все представлено. Зачем это вот все это вот это читать? Когда здесь надо открыть оглавление и сказать, что вот за, значит, индуктивным умозаключением идет умозаключение аналогии, потом идет С — умозаключение необходимости, категорическое умозаключение, гипотетическое умозаключение, дизъюнктивное умозаключение. Зачем это все? Вот чем мы мучимся, занимаемся. То есть, хотя весь смысл изучения диалектики в переходах, как из этого вытекает вот это, а не в том, что мы вот это говорили, что зачем идет. Если что зачем идет, вот это вот тут есть номера и А, Б, С, Д. Этого вполне достаточно. А некоторые люди, я, например, так изучал по окончаниям от меха, я быстренько прочитал за 2 недели все, что и вам советую. Вот. И что-то там отсюда повыхватывал, всякие определения, интересные вещи, вот, что-то понял. Ну и, так сказать, так. Долго доказывал своему коллеге, который говорил, что я изучаю неправильно, что он изучает неправильно. И когда я уже почти ему доказал, профессору Смирнову, потом вдруг я понял, что он прав, а я не прав. И состоялся переход в противоположность. Что, оказывается, надо совсем по-другому. Это, вот, так сказать, смотреть, какое, как, что зачем следует, это не столь важно. Столь важно понять, если я могу сделать несколько переходов, это важнее, чем я много-много прочитал всяких названий. Так что анализ показал, что Павел Борисович знает, что такое реальность. Что такое знает. Это мало вам? А скажите, какой процент населения России дошел до того, чтобы знать оглавление книги «Наука логики»? Это вы вознеслись над населением России очень высоко и взираете высоко на всех остальных, и все равно хотите так как-то себя, как человек скромный, а в науке скромность не является как бы достоинством. Почему? Потому что каждый ученый должен свою идею отставить. И наоборот, доказывает, что я, вот я моя, вот мое, то самое важное, и тогда, а иначе не будет никакой науки. А что тогда ты доказываешь? Что ты статью написал? А статью надо еще доказать, что это новое. А если вот я не новое, то зачем публикуешь? И так далее. Так, ну вот, даже в таком варианте, если мы, так сказать, вроде как через отрицание идем к тому же самому, говорит Павел Борисович, может сказать, я не знаю, что такое реальное, я даже не знаю, что реально противоположно идеальному, я не знаю, что идеально противоположно реальному, я не знаю, что они неотделимы, так можно через «не знаю» все и рассказать. И так все, и так смотрится хорошо. Вот. Так что все равно это сводится к тому же самому продвижению вперед. Поэтому надо к этому подходить именно так. Не бывает такого, чтобы вообще ничего человек не знал, потому что он всегда что-то знает. И человек должен вот зафиксировать, вместо того, чтобы сказать, что я вот многого не знаю, каждый из нас бесконечно много не знает. Правильно? Бесконечно много не знает. Поэтому если начну перечислять, что я не знаю, то я еще не уверен, что вы больше меня расскажете, чем я. Потому что я человек менее скромный, чем вы, и я как начну рассказывать, чего я не знаю, будет это... Представляете? А еще вот Владимир Владимирович распишет. Но вообще народ будет смотреть во все глаза. Наконец-то его разоблачили. А то все время выдает. Целая лопата, это вот эти тома. Да. Да. Так. Ну вот, так сказать, что вот это место очень интересное. Почему мы на нем еще раз останавливаемся? Потому что это подведение некоторого итога развития отрицания. То есть не просто, вот запомните, первый один раз отрицание — это небытие, или сначала ничто появилось, да? Ничто — это же отрицание. Когда меня первый раз в издательстве спросили, вот вы пишете там отрицание, что это такое? Я не смог ответить на этот вопрос. Ну, я сказал, я вот пойду домой подумаю. Я пошел домой, вот как сейчас вот, товарищ Юрков сидит, значит, я тоже листал, искал, что такое отрицание. Ну, где-то должно быть сказано, в Гегеле где-то. Я вперед шел, там, назад шел, я же все прочитал. Вот, и уже книжка у меня написана, уже идет в издательстве, там, полномерное разрешение противоречия. Я в связи с этим вот должен был ответить в редакции на вопрос, что такое отрицание. А если я бы не ответил на это, просто интересно, вы книгу пишете, хотите издавать у нас. Вы не знаете, что такое отрицание, а вот вы там рассуждаете на эту тему. Вот. И я, значит, ну, где-то минут через 40 этих перелистываний, я в самом начале нашел, что отрицание — это ничто или просто нет. Ну, как, собственно, и следовало ожидать, что отрицание, ну, что-то через простое как-то определяется. Чисто ничто или просто нет. А? Чисто ничто, он так говорит, просто нет. Потому что оно не определено. Да, просто нет. Ну вот, поэтому, ну вот это отрицание получает свое развитие. Вот мы и смотрим, как смотрите, сначала это было чистое ничто. Это же отрицание было. Потом это небытие в наличном бытии. Потом оно же выступает как определенность, но такое, оно вообще-то отрицание, но выдано уже за положительное. Определенность это же, мы же ее рассматриваем. А как только мы начинаем ее рассматривать, она из отрицательного, вот тут она превращается в положительное, превращается в качество. То есть оно нам дается не так, как она есть, а в противоположной форме. Качество — это такая определенность, которая вывернута наизнанку. Вывернута наизнанку и подана как положительное. А на самом деле она отрицательная. Ну, надо умом понимать, что она-то вообще отрицательная. Ну, как вы это будете понимать? Ну, потом только, когда пойдете, она опять уберется. Потому что, когда вы начинаете сравнивать уже, вот это берете качество, рассматриваете как наличное бытие, а наличное бытие является масштабом, качество взято только как односторонне положительное, надо брать и качество как противостоящее отрицанию, тогда это реальность, как утвердительная, а еще как отрицание, которое предстоит положительному, как отрицание. И вот тогда мы получаем реальность отрицания, потом тогда начинается вот эта отделенность этого качества, этой определенности от наличного бытия начинает исчезать, и оно снова соединяется, оно и так было в нем, не бытие, это было в наличном бытии, там все было хорошо. Правильно? Там все было хорошо, но только оно в целом было наличное бытие, а небытие было только в нем, неравноправие было. То есть там было загнанное вот это, в тюрьму, это определенность, это небытие, правильно? Оно вообще не видно. Оно только вот если в сущность, как бы копаться в нем, можно обнаружить. А внешний вид был такой, наличное бытие, а налицо никакого небытия нет, а небытие в нем. А тут вдруг оно не только налицо, оно вообще слилось с этим самым, с наличным бытием, оно стало определенным наличным бытием, налично сущим и нечто. И получилось это «не» теперь вылезло куда? Вот нечто — это положительная категория, да, по природе, положительная, утвердительная. А впереди на память стоит «не». И никто не обращает, что тут «не». Все считают, говорят, ну это нечто. А что нечто? Это «не» какое-то. А что? Почему ничто? А почему нечто? И как они могут ужиться? Смотрите, отрицание уже на равных они. Нечто уже это не бытие, которое, определенность, которая была в нем пряталась. Потом она хоть вылезла, но тогда она, когда вылезла, ей сюда вернись обратно, потому что она нахально была отделенная, оторванная, как говорится у Гегеля. Качество еще не отделилось от наличного бытия. Правда, оно никогда и не будет от него отделяться. То есть это, так сказать, это деление было больше, так сказать, наше субъективное, связано с субъективным восприятием, что мы никак иначе мы не можем поступить, если мы, потому что у нас вот есть два глаза, два уха, но мозг один. И мозг по очереди мысли рассматривает. Он ее, как если он ее берет, Это определенно. Если он ее берет, он ее рассматривает, значит она становится положительной для него. Вот в чем дело. А здесь вот это нечто стоит нахально, вот это «нет» стоит нахально впереди, это «нет» стоит впереди и считается это положительной, утвердительной определенностью. Все это в целом утвердительная, положительная определенность. И вот, наконец, это «нет» дожало это самое «что», потому что в конечном оно уже вообще превратилось в эту границу, которая ведет это нечто к концу. К концу. И не признается никакое конечное-то на самом деле. Всякое конечное идет, отрицает само себя. Раз оно отрицает само себя, вот, где сказать, оно отрицательное. А что значит оно отрицательное? Какое же оно отрицательное, если не это вот развитое все отрицание было, и, наконец, оно отрицает само себя. Это второе отрицание. А второе отрицание – это прочное утверждение. Прочное. Вот поэтому бесконечное – это прочное утверждение, поэтому оно и реальность. Убедительно? Рассказываю, когда меня учили говорить в институте Фогелу-Носа. Мне преподавательница, такая Татьяна очень нормально говорила: вы, Михаил Васильевич, говорите неубедительно. А надо говорить убедительно. Ба, бо, бу, бе, би, бы. Вот это, говорит, убедительно. А то, что вы говорите, это неубедительно. Ну, здесь более убедительно, я считаю. Здесь вроде как-то все вот мы подвели. Так что здесь бесконечное, иначе как утвердительным не может быть, потому что оно вышло как отрицание. Отрицание. Раз оно является отрицанием конечного, то ну, мы уже поднаторевшие, даже странно нам кажется, что так долго доказывают, что они в единстве. Уже вроде как-то мы по-другому и не мыслим. Да? Если я оттолкнул товарища Мордовина, то что я сделал? Я к нему присоединился. И чем сильнее я его отталкиваю, тем больше он стремится приблизиться ко мне. Если я хочу, чтобы он от меня отталкивался, мне надо потянуть его к себе. Вот смотрите, он туда. Некоторые пугают так людей на станциях метро. Подходят сзади, начинают дергать на себя. А те, значит, рывок такой в сторону рельса делают сами при этом. Но их удерживают. Не дают спрыгнуть туда. Машинально. То есть мы-то уже усвоили, что отрицательное соединение все равно соединение. Что всякое абстрагирование, я от вас абстрагируюсь. От вас, от ни от кого другого. То есть я о вас говорю. А что вы про меня говорите? Да это для выборов, например. В Думу это не важно. Главное, чтобы говорили не про народ, а про меня. Что я плохой, негодный, такой, сякой. Моя фамилия везде будет на всех плакатах, ее будут написать. Все узнают одну фамилию Попов. А про вас никто ничего не узнает, потому что вы хорошие. И я выиграю. И когда Ельцину это объяснили, говорят, да пусть они что хотят про меня пишут, чего хотят, пусть. И разрешили все писать. Пишите, что хотите. И он занимал колоссальные места. Так и сейчас. Ну вот, например, со Сталином какая история? Стали его разоблачать. Ну, это начало было, развитие этого отрицания. Потом, значит, люди, которые, значит, никто не интересовался этим Сталином уже, поскольку, если он был, уже молодые люди, они заинтересовались, что там это нападают, на какой-то злодей. Надо его почитать, посмотреть. Я, например, вот у меня 2 года пролежал в собрании сочинений Сталина, я к нему не прикасался. Но надо вообще-то обвиняемого послушать. Я прочитал, он замечательно все написано. Прекрасно знает Ленина. Никого я не встречал, так прекрасно знавшего Ленина, как Сталина. Прекрасное это произведение. Люди, значит, привлекли их внимание. А сейчас такая ситуация, что... не хотят даже слушать тех, которые отрицают Сталина. Да идите отсюда. И все, без всяких доказательств уже. Потому что намазолили. У меня была такая ситуация, я приехал в Северную Зарю, это было как раз в 90-е годы. Только я рот открыл там лекцию читать, а там тут, вот Сталин. Я говорю, что это, я вообще и слова не сказал. До чего, говорит, дошли, говорит, куда я не приду, если Сталин, Сталин, Сталин. Надоело уже все это слушать. Что у вас этого? Другого ничего нету. Вы только о Сталине думаете. Они так. И пошло такое, успокоилось все дело. То есть в итоге чего добились? Кто это добился? Это кто добились? Коммунисты. Через отрицание Сталина они вас высели его так высоко, что сами они очень низко пали. Все. Вот скажем, еще наше поколение, тут туда, сюда, а следующее поколение, ну, это однозначно положительное отношение к Сталину. Кричите, давайте, критикуйте меня. Я, например, говорил, у нас редакция газеты была «Народная правда» на Литейном, так сказать, угол Белинского. Так? Ну, я больше всего хотел бы, чтобы толпа стояла и кричали бы: «Долой, долой народную правду», там бы собрались бы, пили смены. Вот это было бы счастье для нас. Но никто не приходил и не орал. Только КУИДа, комитет по печати, нам мешал. Это несерьезно, это от них не получишь известности никакой. Так что вот это, вот это место очень интересно. Почему? Потому что мы здесь как бы собрали урожай. И вот я перехожу в соответствии с нашим планом к нашим перспективам. Значит, какова следующая перспектива? Дальше уже получается, что когда вы берете бесконечное, а в нем его момент, бесконечное как реальный, то здесь уже у бесконечного-то границы нет. А раз нет границ, поэтому нет ничего иного, кроме бесконечного, нет. Потому что конечное, оно такой иное, который момент самого бесконечного, который в нем. Поэтому как это не другое? Это не другое. Если было оно рядом с бесконечным, было бы два конечных. Одно конечное, а другое противоположное ему. Тогда бы бесконечное стало конечным. А оно есть бесконечное. Нет ничего другого. А раз ничего другого нет, для кого теперь это? Спрашивается эта вот категория. У нас было для себя бытие, было в себе бытие. А это, можно сказать, для себя бытие, потому что нет ничего другого, для чего оно может быть. Во что оно может превратиться, во что оно может развиться. Бесконечное во что не может уже превратиться. Оно для себя бытие. А как для себя бытие, не имеющий никаких границ, это одно. Вот мы, то есть уже для себя бытие легко переходит в одно. Но сама эта категория... Можно чуть-чуть назад отъехать вопрос? Можно. Вот, является ли идеальная определенностью реального? Идеальная? Конечно. Конечно. Но же отрицание реально. Ну, конечное отрицание, бесконечное. В нем? В бесконечном? Бесконечном. Значит, она определенность. А это очень хорошо, что... А это очень важно, то, что вы спросили. Потому что... Кирилл Владимирович, потому что бесконечность имеет определенность. Но его определенность конечная. Всякая бесконечность имеет свою определенность. Вот, скажем, в музыке, там, в живописи, там, в науке. Что наука развивается, вот если мы будем историю брать, математики, там такие-то ученые сделали такие-такие теоремы, доказали, умерли, а следующие теоремы доказали. Вот эти, потом эти умерли, потом вот эти разработки этой проблемы занимались такие-такие-то, потом они умерли. И так же во всех науках, и также в производстве средств производства. Что вот, о чем Маркс и Энгельс говорили, что приходят люди, новые поколения в жизнь, они принимают от предыдущих поколений производительные силы, они их продвигают вперед и передают следующему поколению. И так образуется связь в человеческой истории. То есть каждый, вот эта бесконечная связь, бесконечная и вечная история человечества, по природе бесконечная и вечная, это не значит, что не может быть всяких случайностей, про которые Энгельс писал, что, а может быть и так, что вдруг, значит, материя истребит свой свет, так сказать, человечество. И если она истребит, то в другом месте также и возникнет. Потому что она все равно развивается от низшего к высшему, от простого к сложному. И это, так сказать, закон движения материи, развития материи. И то, что для нас там и для одних горе, для там, материи, там миллион лет туда, миллион лет сюда, это незаметно. Поэтому, конечно, вот это даже характеризует эту бесконечность не как некую абстракцию, вот бесконечное. Можно это бесконечное послушать, потрогать, пожалуйста, это товарищ Мордовин, абстракцию, он выражение бесконечного. Я прикоснулся к бесконечному. А как оно? В виде чего оно есть? Ну, в виде вот сошедшего на землю Мордовина. А это же даже в религии так, дескать, вот есть Бог Отец, Бог Сын, там Святой Дух, вот Бог Сын, Он послан на землю. Ну, это что-то вот аналогия этому. Что вот это вот Бог-то, Отец, он бесконечный, да? Ну, а этот, он тут за вас претерпел, там 3 дня помучился, и, так сказать, вот теперь его вечно славит, там он воскресает, причем каждое воскресенье воскресает. Вот, каждый раз в неделю, и отдельно еще отмечают раз в году, как он особо воскресает. Вот. считают день рождения. А другие, которые не воскресают, а просто погибли в борьбе за Родину, уже так их не славят. Поскольку они не воскресают, а что их славить тогда? А кому хуже? И кого мы считаем героем? Героем мы ставим того, кто пожертвовал ради, так сказать, чего-то большего. Там ради Родины, общества и так далее. Или ради идеи. И вот это идет прославление того, что он воскрес. Такой, как он мучился. Он, конечно, помучился, но не так, как некоторые мучились во Вторую мировую войну. У нас мучений гораздо больше людей претерпели, как вы понимаете. Что-то не особенно их славят по сравнению с этим. Так вот, почему это, я останавливаюсь на этом, что почему важно вот это место не просто пробежать, а на этом месте остановиться, потому что вот здесь вот мы как бы собираем урожай, вот она негативность себя, вот она довела до того, что ее уже и не видно. Уже даже спрашивают, а есть ли определенность? То есть она до того развивалась, что некоторые уже ее не замечают. Говорят, ну вроде как вот это подозрительное, законечное, она тянет на отрицание, тянет, потому что, но исторически она вроде как было уже положительным, это все конечное. Конечный-то еще положительный, хотя идет, идущий к своему концу, но уже такое конечное, которое в бесконечном, оно и название другое имеет. Оно уже пришло к своему концу, оно не просто получило конец такой, что оно пропало. Оно не пропало, оно превратилось в идеальное. Хотя это полная противоположность, так сказать, вот теми представлениями, которые у нас идеальные, это, да? А реальное это вот бренное что-то есть. Полная противоположность. Но тут вот с этой логикой не поспоришь, потому что она вот все, это второе отрицание, конечно. Реальное, как второе отрицание, это реальное. А это идеальное. А как вы еще можете понимать идеальное в своей сфере, которая не относится к сфере духа? Та, которая относится к сфере духа, такая идеальность, она обозначается по-другому. Идеал. А это идил. Ну, в русском языке нету этой разницы, но в русском языке тем не менее, говорят, различают по смыслу. Это идеальная, так сказать, там, ситуация. Это идеальный вариант. Что он идеальный вариант? Он в голове, что ли, у меня есть? Или он в жизни идеальный вариант? Как у вас праздник прошел? Идеально. Чего, не было праздника? На похоронах были. Ну, если идеально, значит, вот как вот. Вот в соответствии с тем, как вы понимаете, это бесконечно. Но оно все-таки. Никто не напился, морду никому не разбили. Прошел идеально. Есть недостатки. Есть недостатки, но недостатков еды не было. Закуски. Вот. Ну вот в связи с этим, значит, вот это, а и, наконец, это для себя бытие, оно не случайно в идее, вот это все слышат, все это знают, повторяют, что рабочий класс должен из класса в себе превратиться в класс для себя. Это что значит? Ну, это значит, что он должен осознать свою историческую миссию, то есть соединиться с бесконечностью, правильно? То есть стать бесконечностью, в этом смысле, моментом бесконечности. Ясно, что рабочий класс конкретной страны, это идеальный рабочий класс, идеальный. А рабочий класс как реальность, это понятие, применимое, так сказать, вот, к рабочему классу, так сказать, мировому, правильно? И он, так сказать, исчезает, конечно. Он исчезает по мере того, как вообще исчезает деление на классы. Вот. И поскольку ничего другого нету, а есть только для себя, то раз есть только бытие для себя, то, следовательно, есть одно. А если есть одно, оно ничем не разгорожено, ни с чем другим, значит, есть что одно, что многие. И, так сказать, можно считать, что вот одно, а если два одного, а три одного, это все одно и то же. Они ничем. Поэтому это такая граница, которая не граница. Ведь различная граница. Можете из нее переходить, и ничего другое, и не попадаете вы. Если вы раньше переходили через границу одного конечного, попадали в другое конечное. Ну, перейдите через границу бесконечного. Ну, вы будете бесконечно переходить, будет одно. И вот это одно можете рассматривать как непрерывное, можете как дискретное рассматривать. Что так, что так. И в итоге вы придете, вот тоже, кстати, бесконечное. Вот есть, скажем, теория чисел в математике. Вот есть книга Боревич-Шафаревич «Теория чисел» вот такой толщины. Это книга о том, что происходит, математически происходит на отрезке 0,1, можно так сказать. Потому что он что 0,1, что от минус бесконечности до плюс бесконечности. И вот что там, какие теоремы. Есть две соседних точки на прямой? Владимир Александрович. Две соседних? Две соседних точки на прямой. Что значит соседних? Ну, соседним рядом. Вот я, вот мы соседи с товарищем. Вот у нас с товарищем Мордовином. Видите, мы рядом сидим. Но между нами сейчас много точек. Вот видите, между мной и Владимиром Александровичем много точек. А вот соседняя точка, которая рядом со мной, есть? Вот между той, которая рядом со мной и мной, сколько точек? Ну, бесконечно. Ну вот, бесконечно. И сколько я бы, как бы я ни приближался ко мне или к Мордовину, все равно между вот этой точкой, которая не Мордовина, и Мордовином будет бесконечно много точек. Нет соседних точек. Поэтому непрерывность, она вот тут любой отрезочек бесконечность. Поэтому здесь уже мы говорим о такой определенности, которая является безразличной. И она поэтому, так сказать, вы можете изменять, а качество остается таким, какое и было. Качество вот этого одного. И вот тут мы вступаем, мне кажется, в какую-то с точки зрения, может быть, более сложную, с точки зрения того, что там много о высшей математике говорится. У Гегеля видно, что, конечно, он лучше знал, чем Маркс, высшую математику. Маркс только там кривые какие-то строил, и там М на В, маленькие дроби. А Гегель разбирался совершенно однозначно в дифференциальном исчислении, и причем по-отечески, так сказать, наставлял Лейбница и Ньютона, что ну у вас тут, ребята, хороший вы метод открыли, он перспективный, он будет, только у вас пока это все не увязывается. Нелогично получается. Но математика тут наведет порядок. И она потом навела так, что вот, ну, люди вышкаленные, там, те, кто изучали там, математику на матмете, могут сразу сказать, что такое предел. Они вышкаленные сразу и не могут сказать. Поэтому я вот там преподаю, спрашиваю, студенты же изучают математику, ну что такое предел? Но я не спрашиваю вас, предел это вот диалектики. Это, вам это тяжело, да? Вам тяжело, трудно. Давайте я вам легкое скажу. Число n называется пределом последовательности xn, при n стремящемся к бесконечности. Если любого, сколь угодно малого положительного числа эпсилон, найдется такое n большое, что для всех n больше n большого, xn минус a по абсолютной величине меньше эпсилон. Правда, это же проще, чем предел диалектики. И вот доказывается с умным видом, что это вот как тяжело изучать диалектику. Ну идите, изучайте высшую математику, там вам будет легко. Это еще предел только последовательности, а функции. Там есть проколотая дельта окрестность. И вот когда вы берете из этой проколотой дельта окрестности, для всех этих точек, которые взяты из проколотой дельта окрестности, когда вот центральная точка вынута из этого множества, вот тогда f от x отличается от f от x0, вернее от этого a, на величину меньше, чем эпсилон. Там еще сложнее определение. Тем не менее, люди вот как-то, вот никто сейчас особенно, вот, я не слышал, чтобы так вот, так долго рассуждали, что какая сложная это высшая математика. Или теоретическая физика, кто вот, или вот матфизика. Я вот получил сначала тройку, потом четверку, и на всю жизнь запомнил, как тяжелая такая наука. Еще там так все нелогично, отдельные задачи, и какой-то такой особый аппарат, так тяжело это изучать. А вот тут рассказывают, что так прям тяжело умирает, прям вот как вот читать «Науку логики». И потом все силы души бросает не на то, что как это полезно и нужно, а на то, что вот как ему тяжело. Он привык читать вот такой диванные такие книги, чтобы он, так сказать, не напрягался и вообще не думал, и при этом бы считался великим диалектиком. А вы так изучите так, вы будете считаться великим математиком, вот так вот. Попробуйте так поизучать. Или вот теоретической физикой позанимайтесь там, одни формулы, там никакой вообще физики нету. Там одна математика, но только это имеет физический смысл. А матфизика это только название тут физика, это задачи математические, которые вышли из физики, но уже там никакой физики нету вообще и подавно, никто и знать ее не знает, этой физики, кто занимается непосредственно матфизикой. Вот, так что... Вот перспективы. И поэтому, в принципе, значит, вот в чем состоит наша задача. Значит, мы с вами готовимся к занятиям, которые начнутся в октябре. Значит, что надо, мне кажется, сделать? Чтобы я посоветовал, во-первых, взять и прочитать всю книгу подряд. Ничего тут такого невозможного нет. оставить задачу такую, прочитать, не обращая внимания, понимаю, не понимаю. Почему? Потому что это значит, что у вас будет смутное представление о науке логики в целом. А если долго все двигаться, как мы двигаемся, то у вас есть ясное представление о начале учения о бытии и дальше смутное представление о всем остальном. Так лучше иметь все-таки смутное представление о том, что представляет собой наука логики в целом. Почему? Потому что по ходу чтения, вот если вы будете относиться к этому как к чтению книги на иностранном языке, вот скажем, вы можете читать книгу на иностранном языке, не зная иностранного языка? Можно. То есть вы читаете, но не понимаете. Но отдельные слова понимаете, потому что они уже тут навязли у нас на всех стенках висят. Хаос, кофе, хаос. Дойдете до хаоса, поймете, что это такое. Или еще что-нибудь из этого рода. Топ-менеджеры. Думали, что они топают ногами на всех. Нет, оказывается, они высшие. Вот, так что можно тут так изучать. И это один из способов изучения, как известно, языка. И вот вы изучаете, читаете, и у вас вы привыкаете к терминам, вы привыкаете к расположению, вы привыкаете к тому, что, так сказать, уже знаете, что из чего вытекает. Вы примерно представляете объем, который вам предстоит в ближайшие 5, 10, 15, 20 лет изучить. Ну, я могу совершенно спокойно это сказать, потому что я вот начал изучать науку логики совершенно четко. Вот я закончил в 1968 году математико-механический факультет Ленинградского государственного ордена Трудового Красного Знамени университета имени А.А. Жданова и, так сказать, за 1 неделю прочитал. А все остальное я уже изучал, то, что прочитал. И, конечно, я какие-то вещи, так сказать, уже разобрал вполне, но вот докладываю, что в этом году я начал понимать начало учения понятий. Там вот начало самое непонятное, дальше там понятно. Особенно в конце. Абсолютная идея, все понятно там, можете прямо ее читать. Можете с нее начинать изучение науки логики. Там все понятно. Есть практическая идея, есть теоретическая, есть их единство, абсолютная идея. Ну, прямо партия, соединение научного социализма с рабочим движением. Красота. Вот. То есть надо прочитать, и вы по дороге обнаружите, что он возвращается и в учение о понятии, и в учение о сущности. Он обращается к тем категориям, которые для вас уже, можно сказать, не только знакомы, но мы столько раз их изучали здесь, что они у вас уже, так сказать, навязали вас, в зубах и в печенках сидят. Поэтому вы увидите, как они там применяются. Например, вот еще о суждениях, да, и когда классифицируется суждение и умозаключение, то вы можете там обнаружить и умозаключение наличного бытия. Есть умозаключение рефлексии, это для тех, кто изучил учение о сущности. То есть есть прямо возвращение к всем категориям. Вот смотрите, суждение наличного бытия. Положительное суждение, отрицательное суждение, бесконечное суждение. То есть применение вот этих категорий сферы бытия уже в сфере субъективного. А вот дальше пошли суждение рефлексии. Это ясно, что это вот требует знания того, что было учение о сущности. Если вот вы возьмете объективность, тут специальный раздел 2, объективность, закон. Ну ведь закон был учение о сущности. То есть он здесь применяет некоторые понятия уже в сфере субъективного, которые были в сфере объективного. Ну, тут вообще субъективная цель, средство, осуществленная цель. Ну, что тут непонятного может быть? Что тут вообще может быть непонятно? Поэтому хорошо добраться. Наконец-то я подхожу к концу, и тут все понятно. Значит, я такой умный и все понимаю. Вот, это очень хорошо. Это поддерживает. Пора применять. Пора применять, да. Вот, членение. Это запросто мы можем расчленить все, что угодно. Дайте только мне топор, или, так сказать, настоящий, или, так сказать, умственный. И я все, что угодно могу расчленить на куски. К этому сводится так называемый системный подход, когда все разрубят на отдельные элементы, это элементы и структура. А структура – это расположение этих элементов. Видели, как корову разрубать? Раньше висели во всех мясных магазинах. Тонкий край, толстый край, филей. Вот это сейчас, так сказать, таким методом пытаются действовать в общественных науках. Вот идея блага. Ну что тут непонятно? Абсолютная идея вообще ясно, практически теоретическая идея. В общем, короче говоря, то, что вы задерживаете, Это вот, Павел Борисович, видно, что вы не дочитали до конца. Чего? До конца чего? До конца вот книгу. Нет, не читал. А что не дочитал? Вот дочитали книгу, да я вообще ее до конца дочитал. Я уже забыл там, что было в начале. Совсем бы у вас другой бы взгляд был такой. Как бы чувство гордости. А вы вот дочитали книгу, это непонятно до конца. А? Совсем другой разговор. Так, дочитать задача раз. Эта задача вполне существимая за это время. Потому что, ну, это нужно, ну что, читать непонятно, и ничего такого-то страшного нет. То есть ты читаешь глазами, и это непонятно, что идешь к следующему непонятно. Потом к следующему непонятно, потом от этого непонятно, к следующему... Что тут такого? Бесконечно. А ведь отрицание непонятного – это соединение с понятным. Так, это мы усвоили уже. Вы же, вам же это непонятно. Вам это непонятно, значит, вы что-то уже начинаете. То есть вы через это самое, вот если я от Мордовина отталкиваю, я уже знаю, как он устроен. Смотри, у меня тут локоть. То есть так не бывает, чтобы я его отталкивал и ничего при этом не узнал. Это обязательно. Вот. Поэтому люди недооценивают отрицание, недооценивают даже вот эту непонятность. Непонятность, но это одно дело, я непонятно, потому что я это, она может быть мне непонятна, если я это не прочитал. Как можно? Вот если я прочитал и скажу, это мне, это непонятно, вот все непонятно. Но я все, значит, прочитал, то есть я совсем уже соединился, оно уже у меня в голове в непонятном виде. Значит, я могу в своей голове его из непонятного переводить в понятное. С помощью чего? А с помощью того, что я теперь, вот теперь я начинаю читать, как мы тут изучать, спрашивать, так? Никто вам не запрещает спросить, и на те вопросы, которые я могу ответить, я отвечу. Но те вопросы, которые мне не зададут, я не отвечу. Это я вам гарантирую. То есть, если вы хотите ускорить, то есть, я же вообще не предлагаю каждому проделать тот же самый путь. Потому что, в отличие от меня, который, так сказать, долго блуждал, прежде чем до этого добрался, потому что я уже рассказывал, как все-таки я задумался, как же изучать-то эту диалектику. Я был на лекциях академика Александрова, нашего ректора. Он читал 16 элементов диалектики у Ленина в актовом зале нашего университета. Он был отдельный философ хороший. И знал диалектику, и науку логику знал хорошо. Вот. И, а он академик, геометр. И народ валом шел. Вот, больше, чем наш кружок. Валом шел туда. И вот я к нему... А он был, как бы, сыграющий тренер, был ректор, который читал лекции математики. Я прихожу к нему на Мальмехе в 188-ю аудиторию, говорю: Александр, перерыв, Александр Данилович. А как изучать-то науку логики? По конспекту, Ленинскому конспекту. Он так на меня посмотрел таким каким-то бешеным взглядом, такой борода. Говорит: почему это по Ленинскому конспекту? Гегеля надо читать самого. Я пошел читать Гегеля. Как-то так определился. И стал пройти. Поэтому, и как вот руководитель этого кружка, значит, сообщает: товарищ Кучук, Гегеля надо прочитать за лето всего. Науку логики. Все там остальные пока оставьте. Прочитать. Как? Что вы там поймете, это никаких заданий на эту тему нету. Не надо ставить задание понятия. Это неправильное задание. Задание понятия нельзя давать вообще. А прочитать можно себе дать занятие. Это человек культурный, грамотный, должен учиться читать непонятное. И все. Глядеть глазами. Проглядеть все слова. Что поймешь, что поймешь. За что-то запомнишь. Что-то какое-то бормотание известное, так сказать, уже будет какое-то привычное. Потому что даже категории-то непривычны нам очень многие. Непривычные, мы не знаем где. И не видно, что они повторяются. И, например, как вот эти товарищи, которые свойства написали, перевели вместо характер в учение о бытии, а потом свойства появляются в учении о сущности. Вы, если бы они так бы прочитали, как я вот вам говорю. Там причем дальше, там множественное число. В этой главе, которая заглавлена «Свойства», да, уже в учении о сущности. Да. Там идет абзац и говорится о характере, написано характер, а слово такое же, как на немецком приведено, как в первой книге. Ну то есть, причем в первом случае там для места, для множественного числа не может быть, так? А во втором случае прямо о множественном, свойства идут, конечно, там множественное число, учение о сущности. Короче говоря, это очень полезная вещь, и это, так сказать, некая ступень в дальнейшем изучении, потому что нам надо думать о том, как этот процесс ускорить. А как его можно ускорить? Ну, так и ускорить, что вот первое, это есть некое, вот у вас получится бытие, то есть вы прочитали один раз, вот, а потом вы идет дальше студирование. Студирование – это разбор, выведение. Причем, если вы прочитали один раз, то вообще-то вы можете разбирать, и не обязательно вот с первого, с начала, можете там отдельные переходы разбирать и в других местах, где получится, и где как выйдет. Вот я хотел бы сказать об одном переходе, которого у Гегеля просто нет. Вот кончается учение о сущности. И как переход может совершиться к субъективному? Он может совершиться только через общество, через общественное сознание, через переход от общественного бытия к общественному сознанию. И это Гегель не сделал. А оценивают людей не потому, что они не сделали, а потому, что они сделали. Но он это замаскировал, и, так сказать, кажется, что тут прямо есть переход к этому всеобщему, особенному, единичному. Этот переход есть уже в сознании, а сознание откуда взялось? Кто дал первое, так сказать, действительно научное обоснование взаимодействия общественного бытия и общественного сознания? Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Роль труда. Нет. Немецкая идеология, Владимирович, на которой вы присутствовали. Все почти полгода. А это по поводу этого места Ленин пишет «Темная вода», что в конспекте своем? Нет, это он по поводу учения о сущности пишет «Темная вода». Там, где говорится, что ничто, переход от ничто к ничто. И «Темная вода» он пишет по поводу математики, потому что он математику, видно, не изучал. Ну и Пушкина тройки были по математике, мы тоже знаем, а поэт он великий. Хуже было бы, если у него были пятерки по математике, был бы какой-нибудь серый поэт. Так что не надо ничего тут преувеличивать. То есть, вот то, что мы изучаем, некоторые товарищи, я даже вижу по слушателям Красного университета, они потом вот это берут и уже начинают заглатывать частично и вот абсолютную идею, так как идею, что это воплощение идеи, то есть немножко впадают в идеализм. Немножко, потому что они, ну, субъективно-то они материалисты, но они повторяют вот просто за Гегелем, а не во всем надо его повторять. По крайней мере, в понимании вот этого. Вот этот переход от объективного к субъективному, конечно, у него не может быть раскрыт, потому что его без исторического материализма, без этого метода раскрыть нельзя. От исторического материализма не было ни у Гегеля, ни у Гейербаха, ни у кого не было, и сейчас у большинства нет, потому что применяют люди. Во-первых, они нечего применять, они не знают диалектики, поэтому у них материализм не диалектический, а из диалектического материализма вообще ничего не выходит. Вы никак не перейдете вообще ни к чему субъективному. Вот вы этим субъективно созерцаете все, и это созерцательное, это все равно, что вы зеркало. Человек уподобляется зеркалу, он отражает. Или в озере отражается и небо, и солнце, и тучи, и птицы, и так далее. Там все прекрасно отражается. Но не надо уподобляться этому озеру, потому что никакого познания, никаким познанием не занимается. А свойство отражения – это всеобщее свойство материи, о чем очень обстоятельно, подробно и красочно написано у Ленина в работе «Материализм и эмпириокритицизм». Очень хорошо. И разобраны эти все, идеализм, материализм и субъективный идеализм. Вот. А здесь, поскольку речь идет вот о этом переходе, о переходе материи, то нужно вообще, вот, видимо, ну, надо вообще быть материалистом, чтобы сказать, что материя развивается от низшего к высшему, от простого к сложному. У Гегеля эта идея развития от низшего к высшему, от простого к сложному есть, но он ее никогда к материи не применил. У него материя – это вот материал, из которого что-то делается. Материя. Это что за материя у вас? Потом? Я идеалист. Вот что имеется в виду под материей. Это какая материя? Креп, дешин, шерсть, трикотаж и так далее. Вот. То есть драп. То есть материал. У Гегеля это просто некий материал, из которого что-то состоит. Это, так сказать, то природа, так сказать, вот некий материал, который составляет консистенцию того, что представляет собой вещь. Субстанция. Да. Это не субстанция даже, просто вот именно материя. Материя в этом приземленном виде. Из чего сделана? Вот эта книга сделана материю. Мы материалисты, книга это из бумаги. Добавляем краски. Так он материалист. Он не материалист, но он употребляет это понятие в учении о сущности. Учение о сущности употребляет, там, где говорится о материи, форме, о форме, содержании. Все эти рассуждения очень все правильны. Они показывают неразрывность формы и содержания, материи, формы и так далее. Но вот там, но это применимо и к материи, вот, во всех смыслах, в том числе и к общественной материи. Но до этого Гегель не дошел. Поэтому все его попытки вырваться из вот, тенет, в которой он находился, из идеализма объективного, и начать изображать общественное развитие, они неудачные. А первые неудачные – это лекции по философии и истории. Лекции по философии и истории сводятся к тому, что вся история – это вот воплощение абсолютной идеи. То, что вы здесь сидите, Владимир Александрович, это вот она идея все предопределила. И даже то, что вы на меня сейчас так смотрите, даже несколько подозрительно, это тоже, это не вы. Поэтому я против вас вообще ничего не могу иметь, потому что это абсолютная идея. Я пойду против абсолютной идеи, не пойду. Так что, получается, у него там категории случайного вообще нет? Есть случайный, а там у него закономерное, как пробивающееся через случайность. У него тут все хорошо. Ну что у него закономерно? Это вот идея пробивает свое, вот это все законы пробивает себя через случайность. Там этого примитивного детерминизма, когда... Все это причина, есть у каждого есть своя причина, а у этой причины есть своя причина, а у той причины и так до бесконечности. И все задетерминировано, что совершенно не похоже на то, что есть в жизни. У этого Гегеля нет, но такого примитивизма нет. Но вся история, она вот все это действие, войны, захваты территорий, значит, переход от одного вида производства к другому, и причем он, и про него пишут, там, и в том числе и Ленин, и Маркс, и Энгельс, что он настолько большим энциклопедистом был и так глубоко знал, так сказать, различные, так сказать, науки своего времени, в том числе историю человечества, что у него столько много блестящих мыслей, вот Ленин, Энгельс об этом говорит особенно, что все равно его книга эта «Философия истории» замечательная с точки зрения конкретных каких-то моментов. А в целом она ложная. Почему? Потому что у него вся история пристает просто как воплощение выражения одной абсолютной идеи. Потом дальше Гегель пытался применить в философии права этот свой метод. Вот он диалектический, все. Хотя вот здесь вот товарищи, которые изучают, говорят, вот тут непонятно, там все понятно. Там все понятно, и понятно, что там никаких переходов нет, никаких доказательств вообще нет. И удивительно, что Гегель, который здесь все доказывает, как будто он пришел в другое место, говорит, здесь никому не надо ничего доказывать, здесь я буду просто высказывать. И вот он высказывался до того, что вот современное ему прусское буржуазное государство – это воплощение вообще идеи этой государственности. Ну, ясное дело, что он ничего не знает, что такое государство. Точно так же он не знает, что такое право. И не знает он, что такое свобода, что все это идет к осознанию свободы, все развитие человеческой истории. А вот то, что Маркс сказал про свободу, что свобода и это. Вот даже то, что свобода есть осознанная необходимость, это Энгельс по существу за Гегелем повторяет. А вот то, что Маркс сказал, что свобода это господство над обстоятельствами, сознанием дела, которое включает в себя знание законов. Вы же не пойдете сейчас против законов? Всемирного тяготения, Константин Константинович, не будете выступать? Нет. И вот и дверь мы сообщаем всем, кто будет выходить, вот, кто вознамерился вот тут пройти через эту стену, ну, если только есть гранаты свои, но мы тут не разрешаем употреблять гранаты. Татьяна Валерьевна сказала, что это недопустимо здесь. У нас тут есть специальный просвечиватель, сразу он все сразу определяет. Вот сейчас вот у вас, кстати, окна просвечивают сзади. Так что... Получается, что вроде бы такое величие, такой, так сказать, метод колоссальный, а он не может его применить к общественным делам, потому что непосредственно он принципом приоритета общественного бытия перед общественным сознанием, принципом примата производства. Или, как вот Энгельс говорит, что производство... что в основе общественного развития, исторического развития лежит производство и воспроизводство непосредственной жизни. И что началось это с производства человека, с того, что люди рождают детей и воспитывают их, воспроизводят себя и эту бесконечность обеспечивают. В этом смысле женщина больше отвечает за бесконечность, чем мужчина. Вот эта бесконечность обеспечивает это бесконечное развитие. А Затем на первое место выходит производство уже средств для жизни, то есть материальных благ. И тогда не пропадает кровно-родственные отношения, они все равно существуют. Как сейчас клановость существует, и она проявляется в той же Чечне, например, и так далее. И в других каких-то отношениях. Но в целом, конечно, определяющим является производство материальных благ, материальное производство. И люди, которые этого не понимают, они вот и вместо того, чтобы изучать производство, изучают только курс на бирже, даже ставку процента и прочие всякие пузыри финансовые. И даже в этом смысле и в экономике они не могут разобраться. Вот это все очень важно, потому что если мы изучаем, это у нас кружок не по гегелевской абсолютно, не по гегелевскому абсолютному идеализму, у нас кружок по материалистической диалектике. И мы изучаем по тому источнику, по которому и нужно ее изучать. Но мы ее изучаем как материалисты, как и там советовал делать товарищ Ленин, что мы ее изучаем с привлечением всего того материала, который дали нам Маркс, Энгельс, и который дает историю развития человечества, в том числе науки, техники и, так сказать, историю вообще всех стран и народов. На этом позвольте сегодняшнее занятие считать завершенным, и учебный год в кружке по диалектике тоже считать завершенным.